Telltale Games представляет. Волк среди нас. Эпизод 3. Кривая миля. Переведено и озвучено по версии The Gideon Games. Бигби! Я только приехала. Да, я тоже. Квартира 23, я еще не нашел ее. Опаздываем. Да, я знаю. Пришли. Хорошо. Как поступишь? Давайте послушаем. Что-нибудь слышно? Если там кто-то и есть, то он чертовски тих. Здравствуйте. Привет. Вы разбудили меня. О, прости, пожалуйста. Что-то не так? Кажется, я раньше вас не встречала. О, прошу простить за вторжение. Я не знал, что это дом милой живуньи. Что ж, Дороти, это не так. Смышленая девчушка. Ты кто? Рэйчел? А ты кто? Хочу знать, чтобы мы не были незнакомцами. Ну, я шериф, а это мой напарник, начальник. Рада познакомиться. Как у вас дела? Вам что-то нужно? Тетушка Гринлиф дома? Она здесь живет? Моя мама? Она когда-нибудь, поднимала воздух в тумбочку, превращала лягушек в котов и все такое. Она ведьма, милая? Нет, я бы никогда так не назвала свою мамулю. Она любит меня. Вам что-нибудь нужно? Я не думаю, что могу вам помочь. Может, вы придете утром? Рэйчел, ты не против, если я быстренько осмотрюсь у тебя? Мы очень быстро, и он ничего не будет трогать. Я здесь всю ночь. Тут никого не было. Ладно, шериф, поверю на слово, что вы ничего не сломаете. Я не хочу проблем из-за вас. Что конкретно мы ищем? Крейна, он все еще может быть здесь. Так, 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 что-то она сильно заволновалась. Это твоя мама? Ага. Отлично, мы знаем, как она выглядит. Сейчас редко встретишь такую печь. Старомодная, все как мы любим. Дай угадать, Биг Бенд или классика? Кантри? Никакого вкуса. Твоя мама охотник? О, нет, она никогда. Это нашли где-то в лесах у горы Дикс. По-моему. Веселая девчонка, конечно, мне нравится. Что это? Мамочка вырезает из него разные безделушки. Оно из старого мира. Безделушки? Чары, например? Никого. Здесь кроме меня никого нет. Нет, нет, нет. Кто-то здесь все-таки есть. Кто-то все-таки здесь есть. Всю ночь здесь только я, так что... Он просто должен проверить. Это недолго. Никаких следов Крейна. Совсем? Видите? Нет, нет, нет. Так, с...
Что у нас здесь? А где вы одеваетесь? Мясник. Кто это? Посылка. От кого-то под именем Мясник. Точно такую же я видел в офисе братьев. Черт возьми, нельзя так говорить. Совсем ничего? Я продолжаю чуять его лосьон после бритья. Я тоже. Можно я наконец пойду спать? Пожалуйста. Это что, трубочка с чарами? Мамочка никому не разрешает играть с ней. Поверьте мне, я пыталась. О, нет, пожалуйста, положите все на место, как было. Никому нельзя играть с этим. Все в порядке, милая, Бигби ничего не сломает. Нет, вы не понимаете, она разозлится, если узнает, что я пускала сюда кого-то и разрешала им трогать ее вещи, понимаете? Она постоянно проверяет, все ли на своих местах. Я не хочу проблем. Я и так уже, считайте, наказана. Просто положите это точно туда, откуда взяли, пожалуйста. Снежка, подумай сама, это трубочка с чарами. Здесь точно что-то не так. Нет, не трогайте! Пожалуйста, не надо, это не то, о чем вы думаете. Поверьте мне, его здесь нет, я клянусь. Все будет хорошо, Рэйчел. Пожалуйста, умоляю вас, я не хочу проблем. Так. Тетушка Гринлиф. Это, знаете ли, больно, когда делаешь это быстро. Что? Недостаточно весело? Думаешь, у нас есть время на эту хрень? Думаешь, это такая веселая игра? Нет, не думаю. Но поздравляю с победой в ней, если тебе это важно. Итак, начинай объясняться. И лучше с самого начала. Я рождена в лесах с шакалом и ланью. Не это. Где Крейн? Выкладывай. Волк, я тебе что, предсказательница? Я без понятия, куда он отправился. Ты должна что-то знать. Но если только тебе не интересен рецепт рагу из совы, а больше я ничем не могу помочь. Ты пособничала убийце, ты хоть это понимаешь? Ты бы сначала проверил свои улики. Какая разница? Я все равно не могу вам помочь. У меня нет желания, чтобы меня превратили в ящерицу и раздавили каблуком. Есть силы, находящиеся за гранью ваших жалких полномочий. Кем бы они ни были, Гринлиф, что бы тебя не заставляло молчать, забудь об этом. Потому как это намного важнее. Мы сможем защитить тебя. Чего бы ты ни боялась, мы обещаем, что этого не произойдет. Вы ведь понятия не имеете, что происходит, да? Знаешь, что я думаю? Я думаю, что мы были с тобой более чем обходительны. Эта ведьма нелегально продавала чары, тем самым подрывая все то, что мы создали. Она пособничала в укрывательстве беглеца, а теперь отказывается от попыток все исправить. Честно говоря, мне плевать, чего она там боится. Мы хотя бы можем обезопасить себя от нее в будущем. Мы уничтожим дерево. Нет! Как вы смеете приходить сюда и угрожать забрать у меня единственное, что... Это древнейшее дерево, оно стало частью семьи, и только оно позволяет мне платить за эту дыру. А сказания, которые не могут себе позволить ваши чары, приходят за помощью ко мне. И что, по-твоему, они будут делать? Вот только этого не надо. Ты наживаешься на чужой нищете. Уже двое сказаний погибло из-за этой дряни. Оставлять его слишком опасно. Ты думаешь, мне по вкусу быть старухой из всех этих сказок? Мужчины-герои, дамы-шлюхи, а такие старые карги, как я, вынуждены смотреть, как умирают те, кого они любят. У нас очень разные представления о жизни. И такие же разные способы выживать в ней. Я хотя бы не пользуюсь этим для оправдания и разрушения чужих жизней. Мне очень жаль, шериф, но пожалуйста, не делайте этого. Разве нет другого пути? Она ведьма, так может она поработает на нас? В таком случае все будет законно. Ты что, хочешь ее еще и наградить за преступное поведение? Мы не можем доверять ей работать на 13 этаже. Не беспокойся, я и так не стану там работать. Я не домашняя кошка и плохо лажу с другими. Ох, поверь мне, никто не спутает тебя с милым зверьком.
Бигби, это приказ. Сожги дерево. Нет, подожди, подожди, я все расскажу. Крейн был здесь, но ушел. Он отправился в сладкий десерт попробовать мое кольцо на девочках, чтобы что-то из них вытащить. Что оно делает? Он думает, что это кольцо рассеивания. Ну, то, которое развеет заклятие неразглашения. Сказал, что так он сможет доказать свою невиновность. Ничего не выйдет. Дурацкая побрякушка потеряла силу с десяток лет назад. Извини, но мы все еще не можем позволить оставить тебе дерево. Особенно после того, что произошло. Бигби. Прошу вас, шериф. Не надо. Сегодня твой счастливый день, Гринлиф. Я беру тебя на работу в администрацию в качестве новой ведьмы. Бигби! Тамошние ведьмы не дадут ей натворить делов, и... К тому же сейчас у нас явная нехватка чар, так что это самое логичное решение, Снежка. А ты сохранишь свое ебучее дерево. Только не ожидай, что я прогнусь под твою девчонку. Даже не думай, что это конец. Так что, за мной приедут перевозчики или что? Да, что-то типа этого. Мы позвоним. Ну что ж, я решил пожалеть эту тетю. Хотя, может, и не стоило. Ну а в следующей части, дорогие друзья, в финальной части, наконец-то, мы отправимся в клуб «Сладкий десерт». И, возможно, найдем там Крейна. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А также фолловьтесь на мой канал в Твиче. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.